Смотри, нам нужно вот это вещество удавить. Мало вещества. Удвоишь количество вещества на холсте. То есть количество вещества в твоем случае должно быть таким. И в 80% старта картины такое же обычно количество вещества. Вот такое, смотри. Угу. Что когда ты его положила, есть что придавить. Угу. Аж даже легкий излишек появляется на краях. Угу. Этот излишек потом собрал, сдал. Итак, небо у тебя будет вот так мерцательно. А все остальное будет нарочито горизонтально. Но это тогда, когда появится достаточно вещества. На этом этапе очень многие слабаки. То есть они никак не могут добрать вещество на холст. Очень много людей. И 10 раз приходят на урок. И все равно не добирают. Поэтому лучше сразу решить эту проблему навсегда. Хорошо? Да, все. Темность в море. Вот по такой траектории закладываем. Вот такая траектория. Так, наверное, изумрудочку еще возьмем. Сейчас. И, ну, зеленая вот эта волна, да? Тоже. Смотрим на количество вещества, которое мы укладываем. От него очень многое зависит. И бирюзовенький берем. Ты согласна, что даже само по себе вот это уже звучит водяно? Да. Водяно. Так ведет себя толща воды. Масло, оно как бы текучая вода по своей затее. Поэтому если мы это сделаем вот таким образом, у нас уже вкус воды появляется. На передний план можно плюс легкую розовиночку и даже, может быть, коричневиночку. Просвечивает дно. И таким образом, даже если там этого нет, лучше это подсунуть хотя бы чуть-чуть. Потому что так обычно происходит на мелководье. Видишь, на дальнем плане вода более светла. И густотой краски создаем идею множества колебаний. Угу. Подчеркивая саму эту волну, прямо подрезая ее. Вот оно, множество вдали. Толще. Нет, не толще, вот толще. А это эффект множества. Чуть подсветлим зелененький, заложим его здесь. И после этого начинается формирование поднятости волны. Согласна? Смотри, вот она. В силу направления укладки меняет движение. И опять же, эта толща всюду видна. Голубой и изумрудочка в самом темном месте можно ее усилить и тоже загнать в траекторию. Теперь смотри, у нас есть пена. Я сбрил вещество. Белый в тени в солнечный день синит, сиреневит. Пена бела. Раздавливая вещество, создаю идею дымчатого.
А свет оранжевит. Сейчас мы делаем красный. Вот этого красного достаточно, чтобы эффект оранжевилки произошел. И свет уже кладем чуть гуще. Пенно. Вот оно. Ну, здесь можно подправить чуть-чуть. Плюс там еще есть эффект вот этого переката воды. И опять же заслонили пеночкой. Она? Да. Ну и последнее, что сейчас покажу. Значит, берешь немножечко сининочкой белильца, белее, чем толща воды. Вот такие зигзаги, где-то жилочно, то есть совсем жилочки, где-то толще, где-то тоньше, и у тебя формируется сетка, вот эта сетка пены. Прикольно? Угу. Какая легкотня. Причем вот здесь мы еще затеем идею отражения. Поскольку в воде это очень красиво выглядит, мы вот так заложим вещество. Это вертикаль отражения. А это горизонталь пены и плоскости, на которой это все происходит. Появляется такой ледок, да? Эффект зеркала, льда. Тоже красиво. Правда? Да. Молодец. И, наконец, даль моря. Которая светлее, чем облака. Чем даль неба. Заложишь густотой. Ты видела, я контрольное движение провел, оно было для того, чтобы не было ощущения отрезанности. Как будто бы синие полосочки на более темную положили. Чтобы этого не было, я усилил, вернее, я замахрил край. Я вот так чуть-чуть приподнял и провел еще раз вдоль края. Заодно произошло уточнение и заодно сорастворение с небом. Здесь у нас плоскость воды. Есть такое, да? Тоже густая краска, лодочный характер укладки, то есть небольшое провисание укладки.
Немножко остатки темнинок с этой стороны. Мощная темнинка с этой. С зелененькой. С изумрудочкой. Что-то такое, да? Угу. Плюс вот этот лоскут. То есть черк с очвяком и что-то такое произошло. Поднимается. Угу. Еще один, допустим, звучик. Так, зелененькие у тебя. Вот здесь на подъем тоже вкусненько пошли. Вот эти жилочки. Опять же, я не срисовываю все подряд. И жду удачных зигзагов. Послушненькие уже стали. Ты не волнуй. Можно лежачей растопыренной кистью дополнить. Да. Взять еще более чистые белила, еще и сверху более чистыми белилами. Мы сейчас попробуем чуть-чуть поджелтить. Будет эффект прозрачного. Да, чуть-чуть так, с эффектом прозрачного. И чтобы оно не было такой откровенной аркой, чуть-чуть сбил идею арки. Смотри, такой более нападающий момент возник, да, чем просто вялая арка. Отделим от дальника более светлым решением вот этого пятна, а дальником темним. Согласна? Смотри. Сразу вышло. Правда? Вот здесь ты кое-где, смотри, соединишь пену. Пену соединишь с отражением. Получилось у меня отражение? Я... Да, да. Смотри, прямо соединишь с отражением.
и перерубишь горизонтальными мазочечками. Угу. То есть у тебя линия щели между валиком будет то появляться, то здесь исчезнет. Толща воды зеленеет, да? Но и камень тоже отражается. Мало того, что отражается, и еще и уходит под воду, да, своей, на глубину уходит. И тогда, будучи перерубленным, пеной,